Смотрите сегодня в выпуске. Что такое договор цессии? Почему собственники жилья узнают о передаче их коммунальных долгов в суде? И существуют ли эти долги на самом деле? Домовая книга дома номер 17А по улице МПС. Многоквартирный жилой дом, 2 этажа, кирпичный, деревянное перекрытие, 1 подъезд, 8 квартир, минимальная степень комфортности. Год постройки 1958. Требует капитального ремонта, процент износа здания 70%. Дом не газифицирован. В официальном паспорте дома 17А улицы МПС, размещенном на сайте правдом.ру, мы заметили сразу два несовпадения. Год постройки дома и управляющая организация. В паспорте обозначена управляющая компания «Сервисгруппа», а вот на сайте самой УК данного дома в списке обслуживаемых уже нет. Настоящий год постройки данного дома – 1938, это подтверждает документ, предоставленный нам собственниками жилья, который они, в свою очередь, получили от РЖД. Но нерасхождение в официальных данных в документах заставило людей обратиться в коммунальный рейд. А долговая ловушка, в которую они попали. Проживаю в этом доме очень давно уже, практически с рождения. Ремонта у нас как бы и не проводилось. Я этого, по крайней мере, на своей памяти и не помню. Но у нас пришло судебное извещение в этом году. Как будто бы у нас с 15 по 16 год проводились ремонты, делали сантехническое обслуживание, аварийное обслуживание электричества и многого другого. Ну, и сам ремонт делали в подъезде и в подвальных помещениях. Помещений подвальных у нас в принципе их нет. Поэтому вот это возмущает, то, что не было ремонта, а деньги просят. Алена Андреевна, здравствуйте. Это вас Марина Волкова беспокоит. Коммунальный рейд. Дом по МПС номер 17А. Ваша управляющая компания обслуживала? Вот в 15-16 году. А да. Какой долг накопился на доме? Приблизительно хотя бы? Я не могу сказать. Я сейчас уже не работаю в сервисе. Вы сейчас не работаете. А не подскажете, кто там сейчас директор? Ой, там, насколько я знаю, сменился и директор, и учредитель как бы. То есть полностью, да? Могу сказать. А сайт, вот, который размещен в интернете, он каким-то образом продолжает функционировать, потому что там вот ваши телефоны по-прежнему указаны? Тоже не в курсе, сайт, да? Сайт не функционирует, так как сайт сейчас не является обязательным. Сейчас обязательным является только заполнение ГИБДД. Каждый раз на каждом судебном заседании новый директор этой сервис-групп компании. И конкретно мы даже не можем понять, кто директор этой компании. Вот. И суммы тоже разные все. Пытались пригласить, просили, чтобы он пришел, чтобы пришли люди, которые конкретно делали этот ремонт, которые исполнители, то есть мы как заказчики, получается, чтобы пришли исполнители, чтобы мы их видели, действительно, что мы это все делали, они это делали. И нет акта приема в передаче, вот как делают ремонт обычно. Потом к жильцам ходят, их подписывают. У нас этого нету, в деле тоже этого нету. То есть за что деньги платить, вот это непонятно. Впрочем, на этом удивление жителей данного дома не закончилось. В суде они узнали, что долг с них пытается взыскать третье лицо. Люди считают, управляющая компания, скорее всего, перепродала их долг. Михаил Опенышев первый судебный приказ получил еще в начале марта. В нем говорилось о том, что его семья задолжала за проведенное обслуживание дома около 10 тысяч рублей. Затем этот приказ был отменен, и началась бесконечная и томительная череда судебных заседаний. В ходе заседаний мне так ничего не удалось доказать. Сторона истца предоставила все справки, документы, согласно которым у нас проводился ремонт дома, уборка территории, озеленение, благоустройство. В общем, все собрали. Ну, нам в суде доказать нашу правоту не удалось. У меня уже на руках решение суда.
присудили нам долг, убавили только пеню в размере 300 рублей. Фотографии в суде не принимали, соседи пытались неоднократно, не приняли у них фотографии. Нужна, говорит, как-то экспертная оценка, комиссию заказывать за свой счет платно. Это предоставленный в суде мне список, перечень работ, которые они якобы сделали. Вот аварийное обслуживание электроустановок дома, аварийное обслуживание систем водоснабжения, отопления и канализации дома. Отопление у нас печное. Вот. Ну, это опять же канализация, горячее водоснабжение. У нас только холодная вода, и то мы ее проводили сами, складывались и делали. Центральное отопление, опять же, я сказала, что у нас печное отопление. Отключение неисправных внутриквартирных сантехнических приборов. То есть у нас нету ни ванны, ни туалета в квартирах. Этого нету ничего. Что они здесь отключали, я не знаю. Список оказанных услуг оказался внушительным. Помимо уже перечисленного, в него включены услуги технички и обслуживание места общего пользования. Там якобы была проведена прочистка канализации вручную с помощью тросов. Вот это самое место общего пользования. Завалилось на бок от старости еще 4 года назад. Тогда собственники построили индивидуальные места, каждая для своей квартиры. Напомним, что обслуживание дома управляющей компанией началось в 2015-м и закончилось в 2016-м. То есть общественное место самоликвидировалось за год до вступления управляющей компании в статус организации, обслуживающей данный дом. На юридическом языке сделка передачи долгов называется уступка прав требования, договор цессии. И теперь долги через суд собственников взимает уже не юридическое лицо в виде управляющей компании, а ИП, то есть конкретный человек, который приобрел право взыскивать долги жителей данного дома. В результате люди не понимают, кому, а главное, за что они должны. Мне пришло 2 счета. С меня сняли и с мужа сразу. Сразу сняли 11,5 тысяч. Ну, я, конечно, боженька мне помог, я вернула. Вот. То есть на работу прислали, сразу вычитали. Потом мы только узнали, что вот у нас уже аннулировали такую сумму. 11,5 тысяч. Это 50% с 2 человек, с одной семьи. Ну, мы там, я писала, и нам вернули все-таки эти деньги. Вторую половину с нас не вычитали. То есть у нас бы вышло 20 тысяч капремонт. И я бы, наверное, ничего не смогла доказать и вернуть. Месяц искала, где моя пенсия. Это вот выписки все показать. Все выписки с пенсионного наглым образом залезли в карман, ничего не сказав, никакого не объяснения, ничего. Все высчитали, все. 2 месяца без копейки. Вообще никаких бумаг нет. Вот. Все, со Сбербанка мне выписали с пенсионного. Вы хотите сказать, что вот эти коммунальный долг с вас списали с пенсионной карты? Да. И какая сумма была списана? По 5 тысяч каждый месяц, 2 месяца. А как вы обнаружили? И вообще обнаружила я. Сначала кредит плачу. Я по кредитам говорю, зачем высчитали? Мы, говорит, вообще не высчитывали. Я еле нашла. Я поехала в пенсионный. Почему у меня нет пенсии? Там они мне вот распечатку дали, все, кто куда высчитал. Впервые о подобной схеме всего месяц назад мы услышали от жителей дома номер 79 по улице Льва Толстого. Тогда в ходе съемок никакого намека на проведенный ремонт нам обнаружить не удалось. Просим собственников жилья в доме 17А на МПС провести для нас экскурсию по дому и близлежащей территории. Может быть, здесь где-то остались следы ремонта. Вот он, наш туалет. Якобы мы живем в благоустроенной квартире, за которую мы должны платить. Даже тропинки нету. Люди пришли здесь и веток накидали. Все у нас здесь разрешено. Вот это наш дом. Шифер весь сломанный. Когда дождь бежит по окнам, прям по стенам, все размывает. Вот он, наш подъезд, который не белен, не крашеный. В нем нету ни подвала, ни крашеных полов. Отремонтированный переулок, который тоже как бы-то у нас со дня постройки дома, да. Вот оно, наше электричество, которое как бы было заменено. То есть вот эти провода мы делали сами, потому что постоянно сидели без света. У нас медные провода с алюминием перегорали.
И мы просто сами сделали проводку себе, чтобы сидеть со светом. Вот он наш щиток. Что там он нам заменял, я не знаю. Как он есть, как он был, как говорится, с постройки дома, наверное. Ничего здесь нового нету. Вот это наш чердак. Наша крыша, на которой нет коньков и все сгнило, видите? Все бежит. Приятную экскурсию по этому дому не назовешь даже с натяжкой. Ни снаружи, ни внутри дома ничего, что можно было бы назвать обновленным, мы так и не увидели. Я живу более 30 лет. Я не то, что кап ремонта в этом доме не видела. Я даже косметического в этом доме не видела. То есть вот козырек, который железом был, он развалился, мы делали сами своим. У нас нету квитанций, потому что мы делали сарай, у нас остался материал. Мы сделали козырек, мы сделали крыльцо, которое уже наступать было страшно, оно проваливалось, сгнило. Дверь, как могли, поменяли. Видите, оно, конечно, не так красиво. Не закрывается у нас. Полы у нас не крашеные в доме. Как можем, мы моем, конечно, сами. Но никто нам не приходит, не моет. Здесь мы тоже, как дворники, сами метем. Своими силами, ну, как можем, так, конечно, мы дом поддерживаем. Вот сегодня лавочку сделали у нас мужчины. Вот именно прям сегодня сделали. Потому что старая уже совсем развалилась. Договор цессии – процедура, соответствующая действующему законодательству. И то, что третье лицо выступило истцом, находясь в полной уверенности, что взыскивать долги будет с должников, кажется вполне логичным. Но вот был ли долг? Выяснить сегодня это крайне сложно. Управляющая компания за последний год прошла несколько реорганизаций, сменились несколько директоров и так далее. Но даже в этой, казалось бы, тупиковой ситуации при желании можно найти выход. Протокол коммунального рейда. Первое. Жители дома 17А по улице МПС могут обратиться к независимым юристам и выяснить, имеют ли они право подать иск на управляющую компанию за ненадлежащую оказанную услугу по обслуживанию их дома в период 2015-2016 годов. Второе. Если в пакете документов, переданных управляющей компанией третьему лицу, есть акты приемки проведенных ремонтных и прочих работ с подписями собственников, последние имеют право провести почерковедческую экспертизу. Третье. Собственникам все-таки придется провести техническую экспертизу состояния своего дома. Акт этой экспертизы станет основным доказательством факта существования или отсутствия долга, а в дальнейшем пригодится при подтверждении аварийного состояния дома, ведь его износ в момент паспортизации уже составлял 70%. Кстати, соседние дома с домом 17А по этой улице уже снесены. 1+1 равняется 3? Правда? У нас так. Купи 2 натяжных потолка в дом, третий получи в подарок. Компания «Седьмое небо». Вот теперь хорошо. 1+1 равняется 3? Каждый третий потолок в доме в подарок. Компания «Седьмое небо». Смотрите коммунальный рейд на странице Бийского телевидения, на видеохостинге YouTube, в группах «Бийск мой город», в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбук» и «ВКонтакте».